Нож, клык, и снова у нас компания АИР. Рукоять из кожи, тыльник гарда текстолит. Особенность клыка — это вот эта вот кнопка, которая расположена очень удобно. Неважно, да, как закреплен нож на поясе, на глухом либо на свободном подвесе, вот эта кнопка, она очень легко работает и способствует открытию и мгновенному изъятию клинка. То есть такой выход, он абсолютно бесшумный, а нож позиционируется все-таки как охотничий, разделочный, да? Нож не маленьких размеров, на клинке имеется вот такое художественное оформление в виде хохломы. Это не фактура, это лазер, но исполнение достойно. Такой кабанчик. Имеется хороший упор, да, при взятии за основание, что помогает контролировать рез, находящийся под давлением. Заточка линзовидная, нос, кончик сдернут, имеется возвышение. И очень важно вот это вот фальшлезвие на протяжении практически всей поверхности клинка. Она способствует прям очень легко совершать рубящие действия, там мелкие косточки порубить и так далее. Железка здесь 95-ка, видим лого компании. Ну, такой очень удобный, несмотря на немалые размеры, функциональный нож от компании АИР. Ну и вот эта клепка, повторюсь, очень удобное, очень хорошее решение.